быстренький ханабус. Реванш хочется взять. Да. Пиздец, как хочется взять реванш, да? Ну, вот прям пиздец реально. Как нет, хочется. Просто хочется. Это я как? Даже не скажу, что необходимо, просто мне немного не спится. Пицца. Чел, зачем ты сказал, я теперь пиццу захотел? Пицца. Сам сказал, я всего лишь повторил. Потому что мне тоже, блядь, вспоминать аккаунт. Мне написано так. Бесконечная загрузка почему-то. Так, скорее всего, у меня аккаунт MaxDestroyer 228. Только не говори свой пароль, потому что подписчики услышат. Не ебу, какой у меня пароль. Не этот. Хорошо, блин, может быть, а какой у меня логин? У меня 3 логина есть, и все какие-то странные. Не этот. Ладно, давай попробуем этот. Так, у меня статистика вообще есть на аккаунте? Сыгранных каток. А, нет! 989 каток, нормально. У меня 227, что я взломал. Я взломал проект. 989 каток с кобочкой 203 нормально завершились. А как это ты остаться надо нажать? kanap.live/score/твой ник можно. Нихуя себе. Нет, ну это какой-то пиздеж. А, это глобальная статистика. Ну, кстати, если что, по глобальной статистике, ну, примерно 52% каток завершаются нормально. Так еще раз, я говорю, у меня... А, ты имеешь в виду full game history? Да. А, нет, ну, скорость статистик... Нет, короче, еще раз, у меня 203 из 989, то есть около 21%. Как это, блядь? hanap.live/score/твой ник. У меня сложный ник, мне его лень вводить туда. Хорошо, блин, чел. Справа снизу видишь онлайн юзерс? Да. Видишь там себя? А где я должен находиться? В списке онлайн юзерс в скобочках 61. Да. Нажми на себя. Так. Скорис Макс Дестройер. Сколько у тебя там нормально завершено, Миша? 203. У меня 227. Че, надо одну нормально еще завершить. Подозрительно близкое количество. Че, сколько у тебя Total Max Score? Подожди, Time Spent Land самое быстрое, что ли? Нет, Time Spent Land, сколько всего ты потратил на игры? А, на спидран я потратил. На спидран 21 секунду? Да. Сколько у тебя Total Max Scores? 3. У меня почему-то тоже 3, но тоже очень мало. Почему 3? Макс. Почему 3 Макс скоро? Макс, я думаю, что это про спидран что-то. Но, скорее всего, это про спидран. Нет, у нас в спидране 21 секунда была потрачена. Как мы могли Макс скоро набрать спидране за 21 секунду 3 раза? Тем более, games played in спидран с двоеточие 1. Ну, мы за одну игру собрали 3, видимо, я не знаю. Макс скоро? Да ты ничего несешь. Какой Макс скоро 3? Я рофлю, что я на игру потратил 1 день, 5 часов и 46 минут. Это же просто дофига, если подумать. Я потратил 1 день 7 часов и 4 минуты. Но это не так дофига, ну не знаю, по день. Но вот твоя запись стрима Ханабуса, например, она обычно идет там 1.5 часа или сколько. Да. Но это всего лишь там 20 таких серий Ханабуса. Это не так много, как... Тот же Варик, например, на Варик мы, очевидно, гораздо больше потратили. Ладно, я создал. Чё за хрень? Thank you.
Я даже не знаю, что тебе подсказать, Витёк. Красава. Давай так. Давай, не знаю, так сообщи. Красиво. Фига себе ты придумал. Ой. Ну, у нас вообще без шансов, типа. Ой, ладно. Ну, возможно, мне надо было на прошлом ходу сбросить. Не знаю, догадался ли бы ты сыграть сейчас. У тебя про желтую двойку не было никакой. Нет, ну, типа, не было инфы. Ну, желтую двойку, похрен на желтую двойку. Ну, еще раз, тебе пришла сейчас пятерка из-за того, что ты сыграл четверку, про которую я подсказал. А, ну если да, бы пришлось бы угадывать. Пришла мне? Ну да, ну, короче, да, она пришла бы тебе, и тогда я бы должен как-то синюю пятерку угадать или что? Мне пришлось угадывать желтую четверку из этих двух и синюю пятерку, да. Ну ладно, хуйня какая-то получилась. Ну мы там очень много скидывали где-то в середине игры. Ну, плюс теперь рука с мертвечиной, и рука просто, блядь, лежала. Блин, что-то показалось, что ты пятерку скинул зачем-то. Ряд. Да, блин, не сыгралось. Почему я знаю про эту карту? Чего? Почему я знаю про эту карту? Что? Ты мне фиол? Что? Ну, видимо, ты просто знал про цвет. Про остаточки информации. Все. Я жопу скорее. Да я. Что это за кринж? Ну, это офф с позором был натуральный. Сейчас бы двойка пригодилась. Ну ладно, похрен. Охуя. Долбоё. Сука.
Ну, не повезло немного. Почему ты решил ее сбросить? У меня сгорело, что у меня много мусора. Мусора, да. А, да. Зачем? Я так хорошо твою руку разбросал, а ты мне все испортил. Без пальцовочек. Я за две подсказки тебе дал две сыгранные карты, одну сброшенную, и ты мне катку кончил. Я тебе показал, что тебе в руку не попали. Да блин. Да хуя. Умный ход, блядь. Блядь, что я сделал? Чел, да похрен! Хорошо, стой, я не понял, почему ты хотел, зачем ты про двойку подсказал? Ну, я решил просто сообщить тебе, что у тебя двойка есть. Чтобы у тебя хоть что-то полезное. Дурачок, что ли, сука, блядь? Я тебе подсказываю про единицы. Ты вместо того, чтобы походить единицы, делаешь подсказку ходом в двойку, блядь. Это что за хуйня? Нет, я предположил, что это означает, что вот та фиолетовая карта, которая оказалась тройкой, на самом деле единица, поэтому ты снова хотел распальцовку кинуть. Но в итоге ты полную хуйню какую-то сделал. Нет, блядь. Вообще все правильно сделал, а ты сгорел вообще с нифига. Нет, блядь, ты что, долбоеб, что ли? Зачем ты мне подсказал про двойку, в тот момент, когда я тебе сказал три единицы? Чтобы ты знал, что у тебя двойка есть. Чел, не пизди, ты просто ебаный спидранер. Нет, я реально хочу. Я в следующий раз точно так же поступлю, можешь увидеть сказку. Если, хочешь... если здесь двойка, я могу тебе про нее сообщить, это нормальный ход. Нахуя ты пиздишь? Чел, ты запиздел. Красава, Витёк, просто красава. Отличный ход. Прочитал Макса просто. Просто прочитал, блядь. Я в своем познании настолько преисполнился. Надо было сбросить эту двойку, но я пожалел. Что ёбаный просто... Макс просто читается. На... Макс — это дестройер. Это я. Ай-я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 й, шуточка. Там, короче, тяжело было. Посмотри на предыдущую ситуацию. Если я тройку бы подсказал, ты бы сыграл левую. А если желтый, ты бы сыграл двойку. Поэтому там... Забавно, что мы оба сбросили карту, которую можно было сыграть при этом. Ну, в смысле, мне кажется, я не знаю, достаточно... как подсказывать. Да нет, нет, я понимаю. Но просто забавно, я тоже, получается, не мог тебе это... Ну, то есть, самое, если посмотреть, да. Я не мог тебе на нее навестись. То есть, это какая-то достаточно редкая ситуация. Я считаю, что вот так вот. Это позор. Только не сбрасывай двойки, они нам пригодятся, правда. Охуй на двойки. Правда, пригодятся. Двоечкам пригодятся. Как же по хуям эти двойки мешать? Вот как же на них реально плохо? Блин, что это за подсказка вообще? А. Что же, блядь, она может значить? Интересно. А это что значит? Нихуя не понятно. Ну чё ж так сложно-то? Ну почему ты мне это подсказал? В чём причина этого хода?
тебя вспоминаю, что ты мне там про фиолетовые свои советовал. А, по. Сколько я там проиграл? Ну, не так ужасно, но, конечно, много проиграл. Ну, там кто-то предатель, потому что 1.27 и 1.01 это не 2.27. Это, наоборот, кто-то сэкономил, понимаешь, кто-то сэкономил. Это импостер. Нет, где-то... кто-то импостер. Сейчас чего? Почему? Они реально округляют? Наоборот, кто-то не импостер. Ну, очевидно, что они округляют все числа. Я думал, просто... они округляют вниз, а они, оказывается, округляют к ближайшему целому, видимо. Нет, если они округляют вниз, так тоже могло быть. Нет, конечно, нет. Как это может быть? А, ну да, тогда они ближайшему целому округляют. А почему кто-то, почему не могли поровну сэкономить? Нет, кто-то в крысу наэкономил. Ладно, давай нормально. А до этого хуйня была? Ладно. Пошла нормальная катка. Прям пошла чувство. Катка пошла. Как же она нормально пошла. Что-то я уже плохо понимаю, что происходит в игре. Классический спидран от Мишани. Ну что, что я должен сделать в этой ситуации? Застань ты, блядь. А тройку мог сыграть, вместо того, чтобы спрашивать. Конечно, мог. Я же знал, что это тройка. Ну это плохой ход просто. Да-да. Определенно так. Я не понимаю ничего. Почему? Блин, ее нельзя играть. Чел, станет плохо. Станет-то. Чего я должен с этим сделать? Ладно. Просто постараться. А зачем ты закончил катку? Типа нормально же все будет. Чё? Ну, конечно. Критическую тройку, блядь, ты хуйнул. А так все нормально было, да. Ой. А, ты хочешь... Ну, короче, должен был потерпеть. Чтобы я скинул единицу, а потом ты подсказал... Я не могу потерпеть, мне нужно тебе дать подсказку. Ты мог сказать мне, что все мои... Там, ой, что я тебе должен был сказать? Все. Бесполезную любую подсказку. Я тебе дал полезную подсказку с учетом на то, что ты понимал бы, что эту подсказку я мог тебе дать и раньше. Но тебе, блядь, не до этого было. Вот тут, блядь, хуярим. Начало было хорошее. Главное вовремя остановиться. Что за хуйня? Почему ты сыграл, блядь? Я просто так сыграл. Тогда понятно. Ну могли бы сыграть вообще-то. Ну поёб, так ты же скинул, не я. Получается, ты скинул, виноват снова Витёк. Витёк виноват. А могли сыграть. Точно. Точно. Похрен.
Ну ты какая же ты сука все-таки, ёбаный Мишаня, блядь. Ну я заспидранил. Сидел, блядь, подумал, брови. Давно ли эта карта у него в руке лежала. Нет, вот о такое я точно не могу думать. Давно так, недавно. Давно это социальный конструкт. А нахуя тогда думал, а не сразу сыграл? Я не понимаю. Потому что я думал, что мне делать с твоим кучей говна в руке. Что ты мог, блядь, подумать? Посрался. Ошибся. Я хотел бы две двойки предсказать, но человек подсказал, что они вот красные. Чел, еще раз такая хуйня будет, я не буду начинать. Но она будет. Ну, я не буду тогда следующую карту. Карту начинать. Блин! Все, до свидания. Нет, давай последнее. Нет. Ну я случайно, я перенервничал из-за этого. Ты слишком как-то... Ладно, все, последнего. Прям совсем последнего. Потому что с этого у меня жопа знатно сгорела. Сука, долбоёб. Пиздец. Ой, главное, что ты снова по спидрану проиграл. Блять, сколько как у нас 0-0-2-0-0-3? Как это возможно? Как может быть 0-0-2-0-0-3? А вместе 0-0-7? Это ж даже с округлением никуда невозможно. Как? Нет, вот здесь как будто он реально вниз округляет. Да нет, даже вниз округляет невозможно. Ни при каком округлении 0,02-0,03 не может быть 0,07. Так получилось. Ладно, короче. Еще одна секунда на офф с позором ушла. Начинай давай. Чел просто трахнул, дурачка. Чё? Ладно. Я мне информация про эту желтую тройку. Чтобы ты вторую единицу не сыграл. А чтобы ты не сыграл. Мало ли бы ты сыграл бы тройку. Да не сыграл бы, я и не делаю так. Ты так делаешь. Да пизди, блять, побольше. Да блин, а где подсказки? Чё вообще происходит? Чё? Ладно. Произошло ворочание мешков. Да блин, я вообще не понимаю, что происходит в игре. Сейчас. Ворочание мешков произошло. Блять. Ведь ей было обязано играть. Ладно, я верю. Нет, не верим нихуя. Не буду я играть на двух хуйнях. Куда? Что, блядь? Почему у меня эта двойка была? Я не знаю, она у тебя просто была. Не понял сейчас подсказку. Что это было вообще? Что ты сделал? Что, дурак? Почему? Ладно, все. Я не понимаю проблему. Проблема со спидраном теперь будет присутствовать. Все правильно получилось. Доебался до подсказки. Лишь бы доебаться. Можно было и сыграть, блядь. Я тебе даже не знаю, что тебе сейчас подсказать, но ладно. Казалось бы, бишь, он здесь... Чё это было? У тебя единица была, ну чел, у тебя единица просто игровая, что ты и не сыграл. Ладно, это смешно получилось. Нет, я немножко... похихикал с того, что это за охуенную подсказку про тройку дал. Ну, чести ради, я не мог подсказать про зеленый. Типа, подсказать в этот момент про зеленый была ошибка. Поэтому подсказка была правильная. Чего? Почему нельзя было про зеленый? Ну, потому что я бы тебе кучу мусора обозначил бесполезно. Какой момент? А. Ну, это в конце было. Вот, я тебе здесь подсказываю про тройку, это на самом деле была осмысленная подсказка. Вот, типа, кроме того, что я мог сам догадаться, что сыграю. Ну, мусор и мусор не факт. Ладно. Да нет. Мы можем одну катку просто сыграть, просто чтобы выиграть? Нет? Есть такой вариант? Нет.
Так надо играть, а не скидывать приоритетно. Что ты сделал? Застанем. Да сыграть можно было. Пиздец. Охуенная информация, спасибо. Я сам видел, что я ее скинул, я вижу, что ее, блядь, можно было сыграть. Можно было сыграть, мешали, можно. Ее нельзя сыграть, почему не сказать? Как же я застанил, блядь. Я что-то не очень понимаю эту игру уже. Да блин, чего? Нет! Пиздец, ну естественно, нахуй. А как, что? Ну просто сложная была ситуация. Невозможно было сыграть в катку лучше, чем я. Да. Я еще по спидрану 6 секунд проиграл. Без комментария. Просто без комментария. Ты человек, просто ладно, я просто привык, что в такие моменты без шансов. Просто без шансов. Чтобы ты, блядь... Ну хорошо, давай подумал, что я должен был вообще вычислить. Типа, не вот сделал. Я вижу. Ну, кстати, зеленые... у нас снова сейчас 38-32, а сумма 1-12. Так ты мне просто должен был про зеленую по четверку подсказать, я бы ее не стал играть. Ну, блядь, а что это... Как, блядь, что? То есть ты считаешь, что если я бы сказал четверку, ты бы, конечно, не сыграл, блядь, потому что синяя сейчас играется четверка. Вот, естественно, блядь. Потому что она самая правая в сбросе. А когда зеленая, я подумал, что не считается. Это хуевое правило. Я никогда не играю этим правилом. Потому что я не знаю, блядь, порядок, что там, блядь, нужно, что не нужно. Я бы сказал тебе зеленую, чтобы ты, блядь, не играл в ее, потому что, блядь, у тебя эта карта лежала в угле уже не первый ход, блядь. Я тебе не подсказал почему-то про нее раньше, подсказал зачем-то про пятерку. Но тебя не останавливают такие факты, это я уже, блядь, знаю. Что, блядь, косвенная информация про то, что подсказки раньше не было. Было невозможно выиграть просто, и все. Ну, чел, ну как ты игра... Ладно, нормально, ты играешь в целом, но... Взял, доебался, блядь, сука, не понял нихуя. Собака, сука, блядь. Мне не нравится, что у тебя в руке происходит, а там просто... Это значит, я хуёво играю. Ну, учись нормально играть. Говорись. Пошёл нахуй. А можно повежливее чуть-чуть? Пошёл нахуй. Ну сыграть можно было! Вежливо получилось. Почему ты не сыграл? Там игралось. Там игралось. Вежливо получилось. Нет, блядь, я не понимаю, вежливо или нихуя не вежливо. Ну там игралось. Охуй, я не понимаю. Изи. Такая простая катка, и так проиграть спидран наш... Можно было на 2 секунды проиграть, почему на 6? Ну ты, по сути, проиграл на... Значит, типа на 7-ю часть меня. 7-я часть — это примерно 14%. 14 с хуем. Ну так, да, слабенько. На 2 еще можно не сказать, что это статистическая погрешность. На 14%? Да хуища как! Все, ладно, катка окончена. Стрим окончен, до свидания. Стрим окончен, подписчики мудозвоны. А, на самом деле, подписчики, вы красавцы. Спасибо, что смотрите меня. Идите нахуй, уважаемые подписчики. Идите нахуй. Спасибо за внимание. Видимо, требовалась грамотная прокачка героев, а у меня ее не было. Именно поэтому я потерпел поражение.